Здорово! Здорово, друзья, как дела? Короче, знаете что, я поймал Wi-Fi халявный в аэропорту. И думаю, надо поперескопить, короче. Видели, как у меня причесон? Шикарно, да? Кстати, вот банка. Без палева я ее показываю, типа я, короче, причесываюсь. Здорово, здорово. Как дела? Чего хорошего? Не перескопил, не знаю. Что-то подзабил на перископ. Мне кажется, все подзабивают на перископ. Никому не интересно. Практически в сланцах. Сланц хорошая погода. Солнце светит. Люди в майках. О, чё у вас, мороз? На самом деле в аэропорту тоже прохладно. Градусов, наверное, 24. У меня есть часы с этим. Юра по-кукотски перескопит. Часы показывают 31 градус. О, не знаю, сейчас проедет. Тут, короче, вообще прикол. Оп, блин, пропустил. Тут, короче, копы самые лютые, самые крутые копы, они гоняют на этих самых, как их называют, ну вон там штука стоит сейчас, вон она, вот на таких штуках они гоняют, сигвей, как называется, дурацкая хрень, это, конечно, смешно смотрится, копы в этой штуке. Суровые тайские продажные копы. В принципе, как и русские. Никакого этого самого. Кто канал мой смотрит? Как ролики. Как ролики. Здорово, Томск. Нос, что ли, сгорел? Тренировка будет, наверное... Ну, на этой неделе точно будет одна. Не знаю, когда, наверное, в среду, скорее всего. Или в понедельник. А сегодня какой день? Сегодня суббота. Надо продумать. Я же собираюсь 2-3 ролика в неделю выкидывать. На основной канал. И 2 ролика на этот самый. На лайв. Надо, кстати, снять. Сегодня бы выложить. Если дойдет дело. Вот банка. Спасибо. 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 Спасибо, спасибо. Качу. Качал? Сколько стоит открыть? Наверное, дорого. Тренажеры, сука, дорогие. Так, так, Шредер на Борисов не видел. А натуральности о своей. Я, если честно, не слежу ни за Шредером, ни за Борисом. За Борисом, наверное, больше слежу, чем за Шредером, если считать, что шредеровских роликов я посмотрел за этот месяц вот столько минут, то борисовских, наверное, 5 минут за этот месяц. Вот такие дела. О, жарко, короче. Так, 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 пока не сразу ответил на все, что подбешивает, зубы домино, что поделать кривые, зато белые. Так, 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 здорово, 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 здорово. Ой, что так спать любят? А, давненько не было, давненько. В аэропорту что делал? Да приехал за поперескопить, тоже халявный интернет. Вот, по поводу формы Арнольда потихонечку идет, смотрел его ролики, качай железо тут недавно, смотрел на днях. Блин, весил 108 там с
110 килограмм при моем росте. Но, блин, нормально выглядел. Ищи четко. Мне, короче, надо набрать примерно килограмм, наверное, 7 мяса. Это много. Это достаточно много. Даже для моего роста. Посмотрим. Я, хотелось бы мне к весне, конечно же, это все сделать. Такие дела. Покупай тренировки. Вот безумно этому рад. Сейчас, кстати, тренировок намного меньше, чем беру. Сейчас трансформацию надо выкидывать будет. Вот. И там будет все, наверное, побольше народу. Сейчас трансформация онлайн у нас прошла. Ребята. Вот. Такие дела. Дарья Юрьевна, давайте-ка побыстрее. Быстрее. Так. У Арни было в одно время и хорошее время, и не очень. Мне нравится время... сегодняшнее. Че ведущую? Блин, че он несет? Принц на Бали приедет через 5 дней. Через 5 дней будет там тут. Надо будет ехать его. Так, короче, надо заблокировать это. Непонятно, что она там несет. Живу, да я живу везде. У меня такая есть интересная мысля. Мне хочется много где пожить. Это такая одна из моих мечт, которой я скоро, кстати, посвящу ролик. Думаю, может, сегодня посвятить. Снять об этом ролик. О цели. Почему нет? Ну, я достаточно, на самом деле, такой темновастый. Может, не передает. Темновасто-красный. Я же блондин. Голубоглазый. Они сгорают так себе. Бачиль, привет. Извините, что-то мне так рубит спать в этом аэропорту. Так. Включи фейс Меган Фокс. Че? Так. Во время кардио перескопить. Надо поперескопить разочек во время кардио. Почему нет? Главное, чтобы был нормальный Wi-Fi в зале, а то он так себе. Шпак, а что у меня? Как он меня может смущать? Я же с ним не живу. И очень редко с ним общаюсь. Хотя он человек очень приятный. Перископ. Ой, в Инстаграме там сейчас. Только Инстаграме я смотрю. Но у него более-менее хорошо идет, особенно его кулинарные все эти темы. Вот. Так, что там, Даша? Ежовые рукавицы. Какие ежовые рукавицы? Про что? Я не в курсе. С Михаилом на Пхукете. С каким еще Михаилом? Давай иди уже в зал, ленивая жопа. Видел Дашу в зале, она прекрасна. Не магия. Так, ну давай. Так, в Тае встретить со мной не знаю. Наверное, если так чисто пересечь случайно. Я встреч никаких
не назначаю. Вот. Покажи себя. Как я покажу себя полностью? Покажи себя полностью. Звучит весело. Вот я. Видали мои тапки? Крутые, да? Зараза. Спасибо. Спасибо. А, чувствую, я тут заснул сейчас. Оп, сиси. С Мишей Прыгуновым, да, были тут на Пхукете. С Мишей Прыгуновым. В этом году он не поехал. Видео. Наверное, надо еще чуть подождать. А то как бы какой-то более-менее опыт, чтобы рассказать. Вот. Ну, надо снять. Надо снять. Так. Здорово, здорово. Спал сегодня нормально, на самом деле, но так, более-менее. Более-менее хорошо. По времени. Зал посещаю практически каждый день. Бывает по два раза. Да. Короче. Спасибо, спасибо. В Таю я до 20 ноября. 21. Потом я еду, лечу в Гонконг на неделю. Потом на неделю мы летим в Санью. Хуаньянь. Вот. Потом прилетаем на Пхукет. Потом, в зависимости от денег и так далее, месяц или чуть больше на Пхукете. И все. Посмотрим. Денег уходит много, а заработок что-то не идет. Вот. Спать на самом деле надо столько, сколько хочется. Ну и сколько, короче, за сколько ты высыпаешься. Я думаю, кому-то достаточно и 6 часов, а я могу спать, наверное, 12. А если еще и жрать много, то я могу спать, наверное, все, блин, часов 16 в сутки. Пожрал, поспал, пожрал, поспал, пожрал, поспал. Вот это жизнь, а? Наверное, один день, может быть, максимум два такой жизни. Из глаза. Да. Онлайн-трансформация. Она сейчас у нас, первый этап закончился. На ней выхлопа очень мало. Практически, блин, какой-то минимум я зарабатываю. Потому что 50% идут на призы. Да, то есть я... Ребятам покупаю айфоны сейчас, там, два айфона. Ну, короче, 150 тысяч там надо потратить. Вот, потом что? Сотку я отдаю Сане за помощь в проведении трансформации. Вот. Ну, и что там остается? Какие-то копеечки, наверное. Они там мне за устройство все. Я, это пробное все. Хочу как бы выйти... чтобы трансформация была с участников примерно по 50, наверное, по 50-100 участников в месяц. Ой, не в месяц, а трансформация. И таких 3-4 в год проводить с нормальными призами. Ну, короче, кому интересно, будет видео скоро о трансформации. Может быть, кстати, на этой неделе, а сегодня какое число? Да, но можно на этой неделе сделать в конце, наверное. Быстренько, если получится. Трансформация, она
вот все вот эти вот трансформации до-после. Здесь же еще приз, розыгрыш. Типа все скидываются в фонд и потом разыгрываются. То есть ты платишь, к примеру, у нас она за 4 месяца 20 тысяч. И ты, к примеру, можешь выиграть там 7-й фонд. Да? А если покажешь хорошую трансформацию, то есть фото до-после. Но, естественно, если ты в натурах тренируешься, то показать трансформацию такую же, как парни на витаминах, у тебя вряд ли получится. Если только похудение какое-то. Так что такие дела. Скоро надо будет фотки запостить в инсту. Ребят у нас с трансформацией. Вот. И мне тоже. Я тоже потихонечку прогрессирую. Помаленечку. Так, так, так. Здорово, здорово. Я нахожусь в месте, где ловят покемонов. И где есть халявный Wi-Fi, который не может не радовать меня. Так, что еще вам рассказать? 150 человек смотрят и молчат. Цукини сырые на вкус, не противно? Нет, мне очень нравится. Мне как-то посытнее, чем огурцы. Их можно пожевать, и я цукини люблю. Очень люблю цукини. И помидоры люблю еще. И ем их. И салат айсберг. Вот это все ем. Так, перед кардио не обязательно. Прогресс потихоньку. Бицулю могу показать. Вот еще разок. Оп. Оп. Как она? Нормальная? Не стыдно с такой бицулей вам было бы? До Арнольда еще надо сантиметриков, наверное. Даже не знаю сколько. Посмотрим, как пойдет. Хочу грудные вот такие, да? 63. Ой, блин, чисел. Так, 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 так. Квадратик выкладывается. Какой еще квадратик? Так, 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 так. Бабушку сумасшедшую. Ну, я, наверное, предполагаю, о ком ты говоришь. Не знаю. Не знаю. И мне кажется, слава богу. Так, так, так. Спасибо, друзья, спасибо. И вам хорошего дня, сегодня же выходные. Сегодня же выходные. А у меня выходных нет. Хотя у меня нет работы. Давай. Я на шее у Наварской сижу. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Крутяк-крутяк. Да, я нахожусь в Таиланде на Пхукете.
Пукетти. Пукетти, Пукетти. Видео выкладываем сейчас стабильно. Хочется два, может быть, три ролика, не знаю. Здесь же, чем я больше снимаю и монтирую, тем больше я становлюсь опытнее в этом деле. Поэтому я могу монтировать быстрее, проще. Мне все проще и проще должно быть. Так что я должен 2-3 ролика делать. И болтовни вот подобные, только более красиво снятые. Тоже 2 раза в неделю хочется. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Тренировки каждый день. Каждый день. Силовые, бывает, отдыхают, но все равно делают кардио. Стараюсь делать кардио. Много кардио. Чтобы горел жир. Ладно, счастливо, счастливо. Так, ну что еще? Кленбутерол лучше просто не жрать. Он дает вам небольшой дефицит калорий. Калорий там 300. Но нагрузку на сердце он добавляет. Так что взвешивай. Либо меньше жрать. Либо нагружать немножечко сердце. Я бы что-нибудь взял, что нормально гасит аппетит. Прям так нормально, чтобы так бах, и аппетита нет. Не знаю, правда, что это может быть. Ретреники не пил уже, не знаю, сколько. Уже, наверное, несколько месяцев точно. И до этого там еще полгода. Короче, не пью при тренинге. Так. Че, фитнес? Я сейчас в городе Пхукете нахожусь. Пхукет, Пхукет. Длительность тренировки, да как хочешь, можешь час, можешь два потренироваться, не так страшно. Так. О. Так. Знаете, кого я встречаю? Ну, все, приехал. Сразу добавил, знаешь, сколько народу было? 30 человек. Все, пока. Давай, маши все.
Thank you.